Всем привет, дамы и господа, с вами Ворон, вы попали на мой очередной ролик. Сегодня у нас проверка слота Шугараш. Перед началом попрошу поставить лайк, написать, какой бы вы хотели увидеть слот, чтобы я его проверил. Соответственно, подписаться на мою телегу, называется Азартный Ворон Телега. Ну, в шапке профиля на ютубе есть она. Досмотрите видос до конца и подпишитесь на мой ютуб канал. У меня есть стримы, на них есть куча розыгрышей, делаем даже бонус-баи с накидами для подписчиков. Короче, еще такой вопрос, вот реально, вот ответьте, пожалуйста, в комментариях. Как лучше делать видосы? Я на фоне слота, вот как сейчас, либо же я на фоне, ну типа, в той заставочке, которая у меня раньше была. То есть, типа, слот будет не на весь экран, вот, а на, ну, короче, на две третьих, две... Да, где-то две третьих. Вот, напишите, пожалуйста, в комментариях, ну, чтобы я понимал. То есть, с рамкой делать видос или вот так вот прям целый слот, я на экранчике, вот таким вот образом делать. Если что, Шугараш — это новый слот от Прагматика. Здесь в чем прикол DES? То есть, у нас иксовки, соответственно, есть как в Goddess of Olympus, то есть, они повыше... выше, чем в обычном Шугараше. И здесь есть уникальная бонуска, которую вы выбить не можете, только покупать. Эта бонуска, типа, она стоит x500. То есть, допустим, вот, типа, x500, ну, понимаете, она 16 тысяч будет по этой ставке стоить. Я, когда первый раз ее купил, типа, за 8 тысяч, я выбил 25 тысяч. Да, сегодня деп у нас 25 тысяч, к сожалению, не так много, как на прошлом видосе. Ну, прошлый видос у меня, ребята, был... Получается, ну, благодаря тому, что у меня был заносной стрим, я решил оставить деньги и не выводить, и по итогу получилось похайролить в Crazy Time. Ну, что получилось этого, можете почекать. Хайрол — это у меня 1000-1500, это очень сильный хайрол. То есть для меня хайрол — это типа там 200-300, это уже хайрол, я считаю. Просто я понимаю, у каждого свои финансовые возможности, ну, у меня, соответственно, такие. Нравится адекватно оценивать их. Так, первая бонуска нам ничего не дала. Хочу сегодня, кстати, взять вот эту вот топовую бонуску и показать вам, в чем вообще прикол. Объясню вкратце, там все элементарно просто. Просто сразу вся фулл поляна x2. И все. То есть так само 10 спинов, так само 3 скатера и поляна фулл x2. То есть фулл поляна вся уже сразу x2. У меня наигрывало, ну типа я же говорю, 25 тысяч с бонуски за 8 косарей. То есть это по 16 рублей ставка была. Вот такие вот дела. Так, ну пока идет все очень плохо, если честно. Я намерен взять, ну, хотя бы одну какую-то топовую бонуску. Но обычные пока вообще просто ужасно себя показывают. Кстати, видосы буду стараться заливать каждый день. На главной странице моего YouTube канала можете найти мои каналы. То есть, типа, у меня не один канал, их много. Просто подпишитесь на всякий случай, чтобы в случае чего вы меня не потеряли. Я в телегу просто не пощу, типа, видосы, пока не пощу. Пока, типа, думаю, что не буду постить. Потом, если видосы будут нормально набирать, может быть, буду постить в телегу. Вот такие вот дела. Так, пожалуйста, нам бы ретригу. И нам бы вообще желательно не 3 скатера выбить, а больше. Здесь получается, если вы выбиваете 4 скатера, это 15 спинов. Если 5 скатеров, то это получается 20 спинов. То есть, короче, здесь по 5 спинов добавляют за 1 скатер. Если я не ошибаюсь. Если не ошибаюсь. Так. Золотые мишки. Ну, тут надо нам... Блин, фиолетовых не доставила. Красных тоже заруинила. Блин. Ну ладно, баклажанчики окей. Но это ни о чем пока, брат. Это надо топов. Надо поляну топов. Это не, не ретринга. Это 3. И тогда 5 спином дадут. Поляна сердечек. 4600. Бонуска, кстати, окупная. Первая окупная на сегодня. Третья бонуска за сегодня, первая окупная. Дай хоть еще что-то. Ну там иксовки нормальные были. Так, а ну-ка, интересно, подожди. Я ж правильно, я ж не ошибаюсь. Если дает скатер. Скатер появляется на всех барабанах. То есть по логике вещей. А, все, вы можете 30 выиграть. То есть, как бы, символ скатера в любом месте на экране, чтобы выбить 10, 12, 10, 12, 15, 20, 30, 15. То есть, значит, за 4 дают 12, за 5, 20, за 6, 20, за 6, 30, это, подожди, за 4, 10, за, а, нет, 3, 10, 4, 12, 5, 15, 6, 20 и 7, 30, правильно? У нас же, ну да, все, 7 барабанов. То есть, если на каждом упадет, то это будет максимальная бонуска. Было бы, кстати, прикольно ее поймать. Было бы прикольно ее поймать. Блин, я думал, что-то по 5 добавляют. Они первую, типа, плюс 2 спина.
Неприкольно, неприкольно. У нас, пацаны, пока что тем временем 14 тысяч баллик остается. Ну, я не знаю, надеюсь, наверное, на топовую бонуску, то она даст хотя бы типа 1500 икс. Ну, потому что там перспектива реально есть. Вот вы когда увидите, вы поймете, что там перспектива действительно есть. Блин. Ты что ретригу не ставишь, броу? Так, тут ничего не играет. Тут у нас мишки. Ну и все по итогу. Ну, короче, нет. Нет у нас заноса пока что, ребят, в прагмате. Что-то пока не заряжен, если честно. При 200. Ой-ой-ой, мишки. А ну-ка, на игры зеленых кинуть хотел сказать. Оно по итогу ничего не кинуло. Ну, блин, тут полянку какую-то. Конфеток. Конфеток, сердечек. И перспективно. Хотя, если бы соединило сердечки здесь, уже получше было бы. 1400. И вот только появились хорошие иксы. Х16. Х16 это максималка. И все, сразу бонуска заканчивается. Окупная, ребят, на Х1. То есть 101 икс дала. Если бы я делал прогноз, это засчитал бы как окупная. Так, 3 скатера. Дай хотя бы 4 за один раз. Было бы классно. Вообще классно было бы поймать все 7 скатеров. Реально было бы интересно прям. Для видоса это прям то. Прям то самое, что прям вот изюминка, которой не хватает, порой так бывает в видосах. Но, к сожалению, ребят, я не могу на это повлиять, понимаете? Я на это не могу повлиять, чтобы выпадало больше скатеров. Так. Это пустая тоже, как те две первые. Это фул пустая. 70 рублей. Ой, классно. Зеленый соединила. Нифига себе. Мишек может туда? Фиолетовых. Хорошо. Красных. Ну не верю, не верю. Тут без ретриги сейчас уже ничего не получится. За три спина это unbelievable. Ретригу. Ай! Скатерок, доставь. Не доставляет он скатерок. Не, ретрига бы тут зарулила. Реально. Типа, я понимаю, только одна у нас иксовка на Х16. Но за 5 спинов есть варик занести. Так, 3400 дает мне бонуску, друзьяки. Беру бонуску за 6400. У нас будет еще одна топовая бонуска за Х500. То есть, соответственно, если вы покупаете по 64, то она будет стоить 32 тысячи. То есть я хочу купить хотя бы типа по минимальной ставке. Конечно, хотел бы купить и подороже, но, блин, это был, получился бы только один, одна бонуска за видос. То есть можно было бы купить за сколько там? Ну, по 50 рублей. Здесь-то взять одну сразу 25. Ну, просто если бы она 0 дала, это все гобелина. Это гобелина. Так, тут пока перспектив нет. Не, подожди, зеленые. Ну все, там фиолетовый падает и руинит. Но баклажанчики не уберет? Не уберет. Блин, только в одном месте их 16 и все. То есть, чтобы занести, тут надо поляну поймать вот на иксовках. То есть, поляну каких-то символов. Вообще, лучше всего вот конфетки. Это самый дорогой символ здесь. То есть, за него прям самые крутые выплаты. Так, ничего нет. И по итогу тоже пустой ласпин. 720 нам дала бонуска. Давайте возьмем тогда поставки 20, топовую за десятку получается. Давайте возьмем. Можно было, конечно, взять одну за 1600, но я не уверен, что 800 рублей нам даст она. Ну, возьму супер-пупер мега-дупер. Поставьте лайк, подпишитесь на канал и, соответственно, извиняюсь, досмотрите видос до конца. То есть абсолютно ничем она, ну, не выделяется. Абсолютно такая самая дефолтная бонуска. По виду, просто она стоит. У нас X500, ее только можно купить, и сразу вся поляна X2. Все, вы ее поймать никак не можете. Хоть 10 скатеров поймайте. Но это как-то так. Ну, это, соответственно, чтобы купить, тут надо поболее, как бы, чтобы наиграла. Так, ну пока идет очень все плохо. Фиолетовые, зеленые. Красных. Хорошо, подожди, конфетки. Кстати, красных соединила. Прям, ну, хорошая полянка сыграла, маленький икс, но там уже немножко качнуло. И важно, что это по центру. Ну, центр чаще всего играет. То есть уже икс 16 есть. Фиолетовых и зеленых тут не будет. Сердечки, может.
Нет. Так, ничего нет. Баклажанчики. Теперь этого кинь туда одного. Блин. За что? 2000 пока что. Все, 3 спина осталось. Но можно занести. В этой можно занести. Тут поляна. Вот реально сейчас поляна, ребят. Вы видите, каждая ячейка умножает на x2 минимум. А если заденет и топовые прокачки, ну, типа, топовые, если их можно называть топовыми. Я там по x200, по x128 вкачивал. Если это можно назвать топовой прокачкой. Ну и последний шанс. 3000, 150 икс. Ладно, давай похайролим. Что-то упадет. Шанса здесь нельзя врубить, да, никак? На самом деле, считаю, шанс скам, но всегда врубаю его. Ну, не всегда, не, ну, зачастую врубаю при возможности. Подожди, давай поставлю. Быстрая игра. Здесь, если мы даже по 80 поймем бонус, это не факт, что вообще будет занос. Надо хотя бы по сотке ловить. Типа при условии x100, ну хоть 10 тысяч, там можно будет уже взять и топовую. Ну давайте по 100. Блин, ну, на самом деле 96 самая игровая ставка. Вот типа мне нравится 96, 105, 112. То есть вот такие вот необычные ставки. 96 это... Блин, это почем тут доллар? Наверное, это чуть больше доллара считает. Ну, такую поляну в топовой бы, брат. Ну, это было бы просто трындец, сколько бабок. За сердечки на x2 дают 2000. Ясно. Заскамили стримера. А здесь не дало. Ё-моё. Не, ну без заноса тяжело. Сейчас такие видосы будут, то, ну, не знаю. Буду стараться, конечно, сейчас максимум вкидывать в контент. Все, что будет получаться, где-то что-то как-то заносить на стримах, буду вкидывать в контент. Потому что, ну, я понимаю, что без того, чтобы тратиться на контент, к сожалению, развития, ну, не будет. Ну, в любом случае, хочу, не хочу, других вариантов нет. Так, нет, нет, нет. Ну, ты смотри, он даже ж не байтит. Ну, типа, только один экскатор кидал, и все. Поляна, 432. Туда иксовки. Ой, это была бы вообще песня. И может не максвин, но 1000 икс плюс была бы 100%. Если в топовый так поставил. А тут РТПХ просто играет не в бонуске конкретно. То есть играет просто по обычным спинам. Так, ладно, давайте увеличу ставку, потому что перспективы что-то никакой не вижу. Перспективы что-то никакой не вижу. Его нет. Соедини красных. Соединил, только нижнего не задел. Ну ладно. 400 рублей. Фиолетовая. Ну это тоже пока бессмысленно. Типа, без сыгровки это x2 получается и все. Именно на барабане, на точке конкретно. То есть первая сыгровка, она типа открывает вообще, вот, конфетка появляется. То есть со второй сыгровки появляется x2. Ну, то есть надо типа сыгровок хотя бы 5, чтобы что-то получилось. Даже с условием поляны. Давай по 140. Аж бонуску или нет? Ай-яй-яй-яй. Одну. Ам. Одну бонуску. Последних осталось 4 спина. Даже 5 спинов. Раз. Два. Три. 4, 5, 6. Ай, вот это байт был. И last спинчик, ребят. Надо было за 200 делать спину. Эх. Ну вот такой видос получился. Шугараш меня подвел. Всем спасибо, кто смотрел, друзья. Всем хорошего настроения, всем хорошего дня, всем удачи, всем пока.